Здравствуйте, дорогие друзья! Luxville.ru. Вся команда в сборе. Я, Женек, сегодня вам расскажу эту прекраснейшую погоду про удивительную, я бы даже сказал, ошеломительную технику от компании Skyboard. И первый, кого мы будем обозревать, это Far East 5000. Не знаю, почему 5000, ведь и мощность его 3950 ватт. Ну, видимо, так видят, так сказать, производители, владельцы компании и бренда Skyboard. Ну, пусть будет Far East 5000. Мы начинаем. Погнали, друзья мои. Итак, с чего же нужно начать разговор об этой технике, об Far East? Во-первых, конечно, внешний вид. Внешний вид – зачет. Вот сейчас, вот в этом моменте, вы уже должны поставить лайк. Хотя бы не мне и не команде Luxville, а Skyboard'у за его Far East. Действительно, выглядит хорошо, выглядит, я бы сказал, ну, мега круто. Особенно вот здесь, вот посмотрите, вот это решение с задним крылом, я бы сказал, отсекателем. Но как все сделано? Ну, круто, согласитесь, выглядит реально бомбес. То есть здесь вам и светодиодный стоп-сигнал, светодиодные поворотники, светоотражатель. Но посмотрите на крепеж самого отсекателя. То есть насколько круто сделано. Пока в детали не вдаемся, именно качество, да, смотрим внешний вид. Внешний вид реально good. Дальше смотрим амортизаторы. Посмотрите, вот эти вот пневматические, так сказать, бачки подкачки. Вот, а это все-таки пружинная подвеска. Не знаю, есть ли здесь гидравлика или нет. Работает, в принципе, достаточно, ну, я бы так сказал, упруго. При этом вроде бы как бы и мягко. Благо еще сидушечка мягковатая. Поэтому здесь с комфортом все нормально. О дискомфорте чуть попозже сейчас расскажу. Здесь тоже есть такой момент. Но, опять-таки, возвращаясь, если вот немножко отойти от дизайна, вдаваться в детали, все-таки, ну, у меня до сих пор вызывают вопрос вот эти сварные швы. Вот, Сань, покажи, крупнее. И некие просчеты китайских собратьев при производстве данного продукта. Вот посмотрите хотя бы на подножки заднего пассажира. То есть, ну, понятно, что они просто неправильно приварены, а должны они, в общем-то, развернуться. Левую направо, правую налево. Ну да бог, с ним придираться к этому не будем. Не будем придираться, друзья мои, ведь выглядит действительно круто. Если мы все продолжаем разговор про заднюю часть, здесь, по примеру обычных бензиновых скутеров, есть вот такая удобная ручка. Соответственно, какой-никакой багажник. Сюда можно какую-то разместить авоську, прикрепить, может быть, кофр пластиковый на замке, например, как есть в других моделях Skyboard. Но здесь решение такое стильное, потому что сам весь байк выглядит стильно. И, в принципе, мне нравится вот это решение. По заднему мотор-колесу, как я уже сказал, здесь 3950 ватт. Понятно, что имеем гидравлическую тормозную систему, достаточно хорошие роторы, они всегда были у компании Skyboard и у такого техники, в общем-то, достаточно толстые, надежные, хорошие. Низкопрофильная резина, и здесь, я вам скажу, вот это все в кассу. То есть едет по задней части, если мы сейчас про зад говорим, едет он классно. И подвеска работает так, как надо, пробоев нет. В данной доработанной модели, Саня, привет тебе, Luxville, доработал багажничек, ничего не гремит, и все хорошо. Давайте про среднюю часть поговорим. Вот как шоу, некий такой шоу-байк, отличный вариант, реально, выглядит круто. Вот эти вот дизайнерские, стилистические решения, вот этот пластик, который под дерево сделан, не знаю, насколько это имеет какой-то функционал, но да бог с ним. Мы все-таки с вами сейчас наслаждаемся эстетикой внешнего вида, а внешне выглядит действительно необычно и привлекательно. Ну, как минимум, собирает взгляды людей, это точно. По мне, чуть-чуть он кажется маловатый. Ну, то есть размер коротковатый. Мне бы вот чуть-чуть подлиннее, прям вот чуть-чуть, да? И как бы чуть-чуть повыше. Потому что вот я стою, он даже как бы мне ниже пояса. Вот, поэтому это моя чисто такая вот сугубо моя претензия. Вот с этим вот пространством здесь немножко, ну, как бы есть непонятка, да? Давайте я сяду. То есть для чего оно?
Для каких целей? То есть положить сюда, ну явно здесь никакого багажника, никаких стенок для того, чтобы туда, может быть, открыть, положить что-то, закрыть, нету. То есть это чисто, мы с вами понимаем, стилистический вариант. Но тем не менее, Сань, дай, пожалуйста, ключик, давайте заглянем в эту деку и посмотрим, что же там в ней скрывается. Потому что АКБ находится-то вообще в другом месте. Что же тут находится у нас в деке? Давайте откроем. Раз. Смотрите, хорошо открывается. За это вот хвала. Соответственно, ничего не грохочет, не создает лишнего шума. Контроллер мы с вами видим. Есть дренажное отверстие вот здесь вот сбоку. Не знаю, Саня, удастся ли показать, но я думаю, что с этой стороны тоже есть щель. То есть даже если вода сюда попадет, ничего страшного не произойдет. Но копна проводов, в общем-то, как всегда, на месте. Есть даже вот такой вот тумблер-автомат, который, ну, при надобности отключает всю эту мега-электронную начинку. Окей, закрываем. Кстати, вот действительно нравится то, что крышка ложится в свое место. Не нужно ее как-то тут с усилием, с усердием туда запихивать. В общем-то, сделано, ну, хотя бы внешне, если вот прям не придираться, хорошо. Жалко, что везде, конечно, пластик все. Вот, насколько это все долговечно. Ну, если, в общем-то, ногами не бить, еще чем-то не бить, как-то не ломать, вот, специально, да, то, наверное, все это прослужит долго, как и сам байк. Теперь посмотрим, где же скрывается аккумулятор. Потому что многие из вас могли подумать, наверное, здесь бензобак. Но это же электричка. Открываем. Кстати, тоже. Ну, посмотрите, давайте закрою и попробуем все-таки. Ну да, вроде бы даже ничего не трещит, несмотря на то, что я даже не попал. Но, конечно, никаких уплотнителей здесь нету. То есть мы говорим о чем? Мы говорим, что гидроизоляции по, в общем-то, вот этому, можно сказать, топливному баку, где скрывается сам АКБ, а АКБ здесь большой, здесь 72 вольта, 42 ампер-часа. То есть, по большому счету, мы с вами понимаем, при собственном весе байка 104 там, килограмма, при каких-то хороших условиях, когда райдер там 75 кило, ну, наверное, сотка этому, в общем-то, фар-исту, в общем-то, наверное, ну, как бы поддастся. Ну, будем так говорить, под силу. Аккумулятор так вот просто стоит, никак он тут не закреплен, просто вот он туда его приклеили на липучках, и он тут стоит. Есть дополнительная розетка. Что это? Я думал, это дополнительный разъем, собственно, штекер для второго аккумулятора, который можно было бы убрать, наверное, вот сюда в деку. И тогда, но там контроллер. Но, может быть, контроллер можно сдвинуть. Давай попробуем. А вдруг действительно этот разъем для этого? При этом ключ один и тот же, который открывает и деку, и вот этот топливный, как я его назвал, бак. Смотрите. Ну, нет, здесь как бы он не прикручен, да? Хотя прикручен вроде бы. Не уберешь сюда дополнительный аккумулятор. То есть это чисто, так сказать, ниша для контроллера, проводов, DC-шки и всего остального. Туда дополнительный АКБ не уберешь. То есть, по большому счету, этот байк ездит на одном АКБ. Тогда как другие, мы помним, CityCoke от компании Skyboard, имели ниши и под второй аккумулятор. Ладно, есть разъем, можно заряжать, в общем-то, если мы вытащили, унесли домой АКБшечку, а байк остался на стоянке или внизу в подъезде на первом этаже, АКБ можно вытащить и, пожалуйста, дома зарядить. Но при этом нужно быть готовым к тому, чтобы переносить 25 килограмм веса. Потому что весит он, ну, действительно весит. Причем, посмотрите, какой здоровый. Все те же косяки по разъему, мы его затянули. Вот, потому что вот именно в данной модели, тот, который приехал на обзор, почему-то он самостоятельно, самопроизвольно открывается, этот самый разъем. Итак, друзья, мы сейчас, в общем-то, разобрались, откуда вот этот вот дополнительный штекер. Это все-таки не для доп. Аккумулятора, потому что мы с вами поняли, что здесь просто, ну, некуда физически установить второе АКБ. Значит, смотрите, видимо, предыдущие обзорщики, которые делали обзор до нас, вот, как-то по-зверски, я бы сказал, обошлись с этим байком. Вот видим с вами ответную часть этих проводов. Соответственно, это вставляется в АКБ. И вот здесь внизу, Сань, покажи, пожалуйста, есть, в общем-то, посмотрите, оп, разъем для подзарядки АКБ, если вы его, соответственно, не снимаете, оставляете в байке. Ну, окей. Хорошо, что такая возможность есть. В любом случае, наверное, я где-то тихо там надежду свою оставляю для второго АКБ, потому что, ну, выглядит реально круто, на такой технике хочется катать и катать. Кстати говоря, максимальная скорость этого аппарата составляет, по заверениям производителя, 73 км в час.
А это значит, что Владимир обязательно сейчас на нем эти, так сказать, данные либо опровергнет, либо подтвердит. Продолжаем. Вроде по корпусу все понятно, есть момент, опять-таки, несогласия. Вот, Сань, обрети, пожалуйста, ключ зажигания. Вот покажи, как, то есть раньше мы имели здесь, либо здесь, в общем-то, да, теперь это вот здесь вот сбоку. Но я думаю, что это, опять-таки, какие-то конструктивные издержки. Ну, видимо, сюда было, наверное, проще как-то засунуть ключ зажигания. Но у меня просто других вариантов нет, потому что, ну, как бы, сложно было, что ли, сюда. Ну, ладно, бог с ним, пусть там, так там. Гидравлика всем знакомая, то есть гидравлическую жидкость можно совершенно спокойно прокачать, заменить. Видно ее состояние, это хорошо. Ручки с регулировкой, соответственно, можно ближе сделать дальше от пальцев. Вот, соответственно, ну, гидравлика, как всегда, к гидравлике никаких претензий нет. В базе зеркала, опять-таки, все это настраивается. Световой блок, что мне понравилось, это фары. Конечно, давай сразу я включу. Во-первых, есть дневной ходовой огонь. И это уже, вот сейчас светит солнце, это уже ярко и по большому счету, ну, достаточно безопасно, где бы вы ни ехали. Может быть, вы едете на проезжей части, может быть, где-то пришлось и по парку прокатиться. Давайте включаю освещение. Оп. Что-то включилось у нас? Да, включились. Ну, в общем-то, все включилось. И боковые габариты, это тоже светодиоды, линзы. И вот эти вот, давайте я сейчас, ага. То есть вот тумблер отвечает за дальний, я так понимаю, свет. Это ближний, скорее всего. Это дальний. Ну, такая замысловатая фара. Выглядит круто, конечно. Но замысловато. Справа у нас мы видим обычный тумблер переключения передач. Соответственно, раз, два, три. Едет, я вот честно вам скажу, едет хорошо. То есть недавно у нас был BR100 на обзоре. Он ехал хорошо, но была вот эта заминка, пауза при старте. То есть если вам нужно было где-то куда-то прыгнуть, то BR100 это не умел. Ну, по крайней мере, пока не раскочегаришь. И этот уже со старта умеет, ну, насколько это реально возможно для заднего привода. Хотя мы помним, что мощность одна и та же, до 4 кВт, да, 3950 Вт. Но это повеселее. Реально, Forest повеселее, я бы так сказал. Это новый дисплей. Посмотрите, новая приборная такая панель. Вот, информации здесь, ну, с одной стороны, вроде бы по минимуму, но с другой стороны, есть все, что нужно. Это и заряд, и пробег, и, в общем-то, различный функционал типа освещения, включили, не включили и так далее. Давай я посмотрю еще, если, да, загорается предупреждение, соответственно, о том, что у вас тормоз зажат. Ручника никакого здесь именно на Форесте нету. То есть, да. Поворотники даже показывают, да? Да, поворотнички тоже показываются. Ну и, конечно, спидометр с передачками. Ну-ка посмотрим. Да, есть некая задержка. Ну, по большому счету, все работает. Вот сейчас яркий солнечный день. Я даже могу повернуть его против солнца. И информация прекрасно читается. Не знаю, как вам там на камере видно, нет. Не лагает ли камера на светодиоды. Но выглядит реально хорошо. Реально хорошо. Давай, Сань, покажем еще, как работают эти самые поворотники. То есть это не бегущая строка. Это просто три светодиода. Как спереди, так, в общем-то, наверное, и сзади это все одинаково. Да. Вообще едет, нужно сказать, конечно, вот абсолютно точно едет вот на сегодня лучше, чем какой-либо Skyboard. Ну вот, я так для себя отметил. BR-соточку тоже хорошо ехал, и там такое было более массивное колесо спереди, при этом сзади, по мне, так такое же колесо, но некая все-таки там была, знаете, такая грузность, тяжесть, ну как бы вот так, тире, тяжесть. Здесь этого нет. Здесь кажется, что это как будто бы такой скутер, вот реально, как вот, знаете, помните, раньше были такие 50-кубовые табуретки бензиновые. Это чуть-чуть как бы вот сделали, придали ему дизайн некого такого мотоцикла, и, блин, и хорошо. И реально хорошо, он хорошо едет. Тут реально крылья работают, грязь на вас не летит. Ну, посмотрите на размер переднего крыла. Ну, как бы, да, это пластик, ну, да и бог с ним, это реально работает. И еще мне понравилась амортизация. Здесь реально ничего не гремит и не стучит. Я не знаю, как они это сделали. Вы посмотрите. Слышится, сразу слышится перекат гидравлической жидкости. То есть это гидравлика. И это прям шаг вперед. Ну, так, конечно, стоимость чуть-чуть попозже. Но я вам честно говорю, за эти деньги должно быть вот так, а не как иначе. Да, косяки есть, мы вам как бы сейчас все показали. Ну, может быть, не все, но отчасти показали. Где-то есть моя придирка. Но где-то, ребята из Skyboard, вы обязательно как бы до этого дойдите. Вот, не знаю, каким образом. Ну, вот это... Ну, это прям нехорошо.
Ну, прям нехорошо. Выглядит аппарат в целом круто, вид реально имеет, но если начинать вглядываться в моменты, сразу как-то общая идеология и крутизна немножко рассыпается. Окей. Попереду один тормозной диск у нас, один тормозной ротор, но посмотрите на колесный диск. Он реально круто выглядит. И вот в такую солнечную погоду едете, видите тень, которая создает от передвижения вот эти вот лопасти, я бы так их назвал, этот диск, и, блин, вообще круто. Ну, реально круто. И сейчас будет, друзья мои, смертельный номер. Но не для нас с Владимиром, а для него. Объясню почему. Грузоподъемность, в которой заверяет нас производитель, 190, там, 200 килограмм. Но это много, Владимир. Все-таки у нас и подножки 4, падать спереди. А я запрыгну, в общем-то, в задней части. Но, по сути, пока вообще никаких претензий. Ну, смотрите. Так, у меня срака присела на ручку. Ладно. Так, а теперь газ в палас. Слушайте, ну ощущение хорошее, я вам так скажу. Даже когда Владимир заваливает, и в принципе ему заваливает относительно вот моих таких каких-то вот внутренних, я бы сказал, моего аппарата, да? Внутреннего, как это называется, этот аппарат? Забыл я. В общем, где-то мне кажется, что мы сейчас упадем, но такая некая уверенность, легкость есть. И ручка сзади, я, в принципе, могу держаться, но было бы хорошо, если бы сбоку. Короче, если эта техника будет у вас в хозяйстве, или вы летом будете катать свою девочку, которая будет сзади сидеть, это будет круто, друзья мои. Это будет круто, реально. Я вот сейчас подумал, наверное, это один из тех скайбордов, про которые я могу всецело сказать, что это законченный продукт. Несмотря там на то, что там какие-то сварные швы, там, несмотря еще на что-то, несмотря опять-таки на мои даже внешние предпочтения, что чуть-чуть бы хотелось было побольше, блин, ну реально вот на нем, вот теперь, ну, на большой ситикоке как-то вы все равно неуклюже смотрите, даже если вы едете по проезжей части, все равно вы как будто, знаете, некий, ну, такой человек, который любит публику развлекать, то есть все равно на себя внимание вызываете, а здесь нет. Здесь прям вы сели и совершенно спокойно до работы, блин, доехали, и вообще к вам никаких претензий, наоборот, люди будут смотреть и говорить: о, круто выглядит. Ну, согласитесь, я же прав, да, то есть здесь нету этих вопросов, что что-то какой-то клоунада, здесь этого нет. Здесь реально выглядит хорошо. И вот, как, конечно, это все, вся техника проявит себя на длительную эксплуатацию, ну, я предлагаю, знаете, что сделать? У нас есть такой тест-пилот Владимир, который сейчас наденет шлем и прокатится, проверит максималку и расскажет вам то, чего не могу рассказать вам в статике я. Владимир, передаю тебе, пожалуйста, давай, пополни 3950 ватт раскочегарь, а потом расскажи людям, как оно едет, тормозит, поворачивает и так далее. Погнали! Друзья, всем привет, с вами Владимир. И сегодня мы сейчас с вами протестируем вот эту новинку от компании Skyboard. Уху! Третья передача. На этой модели я поеду на дороге общего пользования. У меня есть право, водительское удостоверение категории А, Б, С, ну и, естественно, М. Прям сходу могу сказать, это я впервые сейчас вместе с вами, так скажем, в эфире нашего YouTube-канала управляю данным байком. У меня не было тестовых поездок. Ну, только вот в обзоре то, что с Евгением чуть-чуть маневры сделали. Больше я ни на нем не ездил. Сейчас мы посмотрим максимальную скорость его. Внешне мне он нравится, как он выглядит. Так, ну что, газ в палас, пошли. По бортовому показывает 66, 67, 69, 73. 76. Бортовой компьютер показывает 76. Сколько в реале, не знаю. Могу сказать, ощущается, что едет хорошо. Сейчас хочу развернуться. Это на Севастопольский проспект. И проехать. Конечно, мы делаем скидку на то, что холодно. Сейчас у нас
в Москве, но сегодня солнечный денек. Надеюсь, что вам все прекрасно видно. Я вот в перчатках, в шлеме, все положено. Так, ну что, все, зеленый? Нет, зеленый. Все, зеленый. Стартуем. Это как полноценный мотоцикл. Я бы ситиколку бы его назвать бы, конечно, сложно, что это ситикол. Реально электромотоцикл. Ну вот, по бортовому показывает 79 скорость, 78. Гидравлика, как положено. Заваливается, как настоящий байк. Не, ну интересная штука. Даже я покатался бы побольше бы, если бы мотосезон, так называемый, бы не был столь холодным. Так, тем временем можно было посмотреть бы, какая у него максималка. Здесь ручника нет, задней скорости нет, она не нужна. Ну что, теперь поедем на заправку. Здесь надо уже ездить в пуховике. Ну а по ощущениям, конечно, скорость хорошая была. Даже мне интересно, какая она была на GPS. Ну, вы скорость по GPS видели. Сейчас мы попробуем еще раз посмотреть, может, получится получше. Так, все. Ну, поехали. Надеюсь, что никакие машины нам сейчас не помешают. Всем спасибо за внимание, за просмотр, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем пока!